Коллеги, рядом со мной Михаил Крючков, компания HD. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, HD, давайте расскажете, о чем это качество, о чем это прекрасное название. Да. Значит, компания HD – это производитель светодиодных видеоэкранов. То есть на сегодняшний день мы являемся отечественным производителем видеоэкранов. Поэтому мы не переживаем насчет санкций. Вот, у нас все есть, поэтому приходите и берите. Это наша прекрасная российская, вот сейчас Samsung и все остальные уходят, мы теперь не будем иметь варианта построить себе с трехэтажный дом экран, но теперь имеем такую возможность с помощью вас. Конечно, конечно. У нас есть собственное производство, на котором мы светодиоды устанавливаем наши платы, из этих плат потом устанавливаем все это на кабинеты и делаем большие-большие видеоэкраны. И вот вы правильно заметили насчет LG и Samsung, это профессиональные матрицы, которые используют как раз ритейл. Вот сейчас трудно их приобрести, больших диагоналей. Вот на сегодняшний день мы производим настолько мелкий шаг, что он перекрывает по качеству тот же самый Samsung и LG. Вот, поэтому это не нужно ждать там месяцами, годами. Можно быстренько приехать, собрать, установить, включить. Мы это сами тоже все сделаем. Не надо ждать, не надо звать, а просто взять и заказать у компании HD. Наш слог, наша компания. Давайте расскажите, наверное, о каких-то победах, потому что мы можем рассказывать, какие у нас замечательные экраны, но при этом еще пока не было ни одной покупки. Но я так понимаю, победы все же есть. Давайте делиться. Да, рассказываю. Значит, на сегодняшний день, если вы будете проезжать мимо, например, зоопарка или пойдете с детьми гулять, московский зоопарк, я имею в виду, то вы увидите, что на башне, на входе установлен такой большой 3D-куб, на котором можно заметить 3D-контент. Оттуда вылетает, значит, тигр, издает всякие рычания и звуки. Вот это сделали мы, наши специалисты. Значит, технология 3D завоевывает на сегодняшний день не только Москву, но вообще, в принципе, весь мир. Поэтому, друзья, если хотите что-то нестандартное, интересное, чтобы ваши клиенты говорили: «Вау, какая красота», то вам надо обратиться куда? Все правильно, к нам. Куда? Компанию HD. Насколько я понял, получается, нет предела какой-то фантазии. Мы можем сделать экран в виде звезды, мы можем сделать экран как волна, мы можем сделать экран любой формы, какой не пожелает заказчик. При этом вау-эффект будет потрясающий. Да, все верно, все верно. Я хотел бы еще так немножко прорекламировать нашу компанию, если позволите. У нас на сегодняшний день за 10 лет мы реализовали 16 тысяч объектов. И самый большой медиафасад, большой такой экран, который тоже можно увидеть в Москве, как ни странно, площадью 2500 квадратных метров, находится на Щелковском шоссе. Вот на этом, кстати, медиафасаде, хоть он даже и прямой, мы умудрились, наши специалисты, написать такой контент, что 3D-эффект там тоже присутствует, без дополнительного угла 90 градусов. Поэтому, друзья, вы знаете, куда надо обратиться. Конечно же, так, компания HD. Да. Пожелаем вам удачи. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень приятно было выступить, очень приятно было поучаствовать в таком прекрасном событии. Все устали от ковида. Вот, надеюсь, что он нас, как сказать, к нам больше не придет. Но остерегаемся обезьянок. Все, счастливо, друзья.